Всем привет! Сегодня у нас проект Армада на Android. Я ожидал много большего. Да. Я ожидал портированной игрушки с ПК проекта Armad. В принципе, где очень похожая игра на Tank Classic, современными танками и так далее. Но! Я скачал, я установил. Игра весит, я уже даже забыл, вроде бы 150 мегабайт плюс-минус, я не помню. Но где-то так. В общем, немного. Я удивился, почему же так мало? Захожу в бой и вижу. А вижу я танки онлайн. Скажите, прикольно, да? Проект Armada на Android. Кто ожидал такого? Ну, напишите честно в комментариях, кто ожидал, что эта игра будет именно такой? Я лично думал, что будет какой-то уже конкурент танк-тастику, типа про бои с современными танками и так далее. Но, я повторюсь, я захожу в игру и я вижу это. Чё это? Я вам скажу так. Тут есть танк. Можно ним управлять. Есть бонусы всякие, типа дополнительного урона. Тут я, кстати, вот сейчас застрял. Даже не знаю как. И выехать не смог, меня убили. Да. Вот такая вот карта. В общем, здесь можно, в принципе, играть, стрелять, как вы видите, да. Такой вот обзор. Мне больше нечего просто сказать про эту игру. Тут у нас есть прицел, который очень, блин, непривычный и неудобный. Но я вам скажу еще так. Он поворачивается только в левую сторону и правую, а вверх-вниз нет. Снайперского прицела, то есть приближения зума, нет. В принципе, брони какой-либо, или слабых, или бронированных мест танков, тоже нет. Ты тупо наводишь свой прицел на вражеский танк. Если он подсветился красным, то ты можешь ему нанести урон. И, в принципе, на этом весь геймплей. Да. Честно, тут больше нечего делать. Я, конечно, видел, что есть много танков. Чуть-чуть позже покажу вам, какие именно. Есть карты, но некоторые из них закрыты. Это вообще тоже непонятно, почему карты закрытые. В общем, вот такая вот пародия на какие-то танки онлайн у нас выходит. А не проект Армада, а вообще, что я ожидал... На ПК, допустим, да. Давайте я вам сейчас, в принципе, можно зайду, покажу танки, модели, которые вообще тут есть. Сейчас покажу. В общем, смотрим. Типа современные, LAV 300. Тут у нас есть М4ДК, не знаю, Т-64. Есть, кстати, этот танчик у нас в танк-тастике в обновлении появился. Леопард 1А3, Меркава, да. КВ-90, ЛАВ 600, Чифтин и другие. В общем, я не знаю, вот такой вот весь геймплей с этой игрушки. Я большего сказать не могу. Думаю, я в принципе, все, что надо было, показал про эту игру. Качать или не качать, играть или нет, уже решайте сами. На этом, в принципе, и весь обзор игры. Всем пока!